Всем привет-привет! С вами канал Art Money. Мы сегодня готовим ужин. Дима вот чистит картошечку, морковочку сейчас будет чистить. На ужин мы захотели картошку. Да, Дима? Да. У Димы будет картошка с ежиком, а у меня будет картошка вот с таким грибным салатиком, который сейчас мы с вами вместе будем делать. Да, лифт едет. Димочке еще пока что грибочки рано. А грибы так получилось не очень вкусные. Передала их свекровь. Что-то мне не очень понравилось. Обычно они... Так, какую сторону? А, вот сюда. Обычно они делают очень вкусно и нам прям очень нравится. Ну, мне. Ну, да, нам. Вот. А это уже другие грибы. Такое ощущение было, как будто эти грибы просто взяли, положили в банку сырые и залили кипятком. И все. То есть это было такое ощущение. Вот, поэтому в прошлый раз я сделала какой-то салатик там с ними. И сейчас вот делаю снова. Режу я в тарелочке, потому что они мокрые. И я не люблю потом, когда доска тоже становится вместе с ними мокрая вся, слизкая такая. Не люблю. Вообще не люблю, кстати, когда доска мокрая. Вот. Ну и пластмассовую доску тоже, потому что у меня ножик, он, видите, зубчиками. Там остаются потом порезы, потом эта пластмасска попадает в еду. Раньше я не знала этого, помню. Помоложе была. Покупала такие всякие. Так, и нам понадобится, конечно, морковка. Так, вот эту хочу морковку. Ты будешь чистить мне ее? Чистите. А, ты мне ее почистишь, да? Да. Хорошо. Дима сейчас мне ее там почистит. Морковка, что я еще туда? А, еще картошечку я туда чуть-чуть положу. Чуть-чуть картошечку. И майонез. Майонез, смотрите, я вот такой покупала. Это я покупала в Победе. А вот тот, который продается в обыкновенном магазине, Перекресток, там, например, Пятерочка, Магнит, да, у них состав сразу пишется где-нибудь вот здесь сбоку. Нормальный состав там, то-то, 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 и все. То есть, ну, он просто прям простой. То вот здесь вот уже совсем другой состав. Тут есть вот Е-добавка одна, две. Ну, такой состав уже, то есть, как обычные майонезы. То есть, смотрите, внимательно читайте состав. Лучше тогда проще купить поменьше размером, подороже, но уже именно в обычном магазине. Потому что, ну, видимо, не знаю, они разные приезжают. Хотя не знаю. Адрес. Республика Татарстан. Лаишевский район. Село, наверное, Усады. Ласковая. Улица Ласковая. Дом 1. Представляете, улица Ласковая. Ты где живешь? На Ласковой. Да? Как в этой, в Крыму город Саки. Ты где живешь? В Саках. Да? Где-где? Так, мы нас чуть-чуть добавим. Да, я надеялась, думала, что он точно такой же, как и в обычном магазине. Взяла целых две упаковки, но, блин, так жалко. Потом уже дома я увидела, что здесь состав совсем другой. То есть тот майонез Ричи, который продается в обычном магазине, он, ну, с этой стороны он вообще, в принципе, другой. Кстати, он отличается. Здесь прям видно состав, там сбоку, прям большими буквами состав. Тра-та-та-та-та, там пару слов всего лишь. И все, то есть, а тут вот он не отличается. Не знаю. Посмотрите, у кого дом настоящий Ричи лежит. Другой, может быть, там другая. Почисти. Другой производитель. Почисти. Че, почистил? А что ты не до конца-то? Я умею чистить. Вот как проходят наши будни. Ну, сегодня мы... А что мы сегодня делали? Играли, чуть-чуть убирались, да? Мы только с тобой алфавит так и не получили. Дима так хотел алфавит, но что-то... А, рисовали мы с тобой с утра, точно. А я думаю, чем же мы с утра занимались? Что даже алфавит забыли получить. Но Дима потом сегодня позанимался немножко. Да, у нас вот такой вот, смотрите, стол. Куча всего вот здесь вот лежит. Я пока почистил. Нет, давай сам. Ну, давай. Так, ну ладно, Дима потом. Я умею. Так, картошечку. Зимочка, у Димочки такая вот, смотрите, тарелочка с жирафиком. Это еще, кстати, в фикс прайсе я покупала. Еще. Пас
сколько? Сильно почти. А уж, наверное, года 3 назад. Не копы. Года 3 назад я покупала. Вот. Ремонт у нас продолжается. Мастера сегодня не было. Вчера не было. Сегодня вторник? Вторник. Да, вторник. Вчера не было. Сегодня не было. Сегодня сказал, что ему нужно напарника дождаться. Что он не позвонил ему заранее? Дима. Нет. Нет. Сейчас все вместе будем кушать. И, видимо, вот он целый день его ждет. Короче, опять у нас ремонт затягивается. 2 дня он уже не работал, считай. Так тебе. Это, конечно, мама очень сильно начинает злиться, переживать, потому что его нету, ремонт. То есть нужно нам тоже делать уже как можно уже заканчивать, как можно быстрее его делать, потому что хочет приехать свекровь. И мы же не можем ее принять здесь вот, ну, в таких условиях. Все кругом завалено, все кругом это. Еще сюда вот картошечку. Картошку за. Не знаю, картошку. Вот, свекровь уже они давно не были, уже не были 5 месяцев, не видели Диму. Только по видео, которое мама моя делала, присылала им. Конечно, они уже соскучились, мы их понимаем, то, что они соскучились, но и как бы здесь ремонт. И я знаю то, что если она приедет сюда в ремонт, то есть она будет все перебирать и выбрасывать, я это знаю. То есть как бы не хотела, чтобы было это все так. Теперь у нас с вами зеленушка. Там у нас, кстати, еще... А, видны вам? Ты. Вот. Димины ягодки. Начинаем готовиться к лету. Съедаем все замороженные ягоды. Да, Дима? Да. Тут у нас зеленушка. Надо было заранее. Зеленушка. Такая крупная. Это тоже звуки сокота зеленушки. Не это. Не та зеленушка. Для супа больше. Она такая крупная. Сейчас поменьше возьму. Куда положи? Куда положи? Ее? Сейчас она у тебя упадет, Дима. Укатится у тебя опять, и мама будет ругаться. Зеленушка, лучок зеленый. Да? Да. В прошлый раз его добавили в супчик. Очень было обалденно вкусно. Ты там что, убираешься в тарелке? Да, в тарелке, тарелки. Так, теперь смотрите, мы все это берем. Видите, какая красота. И разогреваем в микроволновке. Хотя, по-моему, зелень надо было после этого, но я опять забыла. Масло подсолнечное такое. Кстати, раньше его покупала, оно прям обалденно пахло. Такое классное было масло. Сейчас поменялась упаковка и сменилось само масло. Блин, такая фигня. Не знаю, надо, короче, искать все заново. Наверное, проще покупать где-нибудь на рынках. У бабушек, дедушек, которые гонят, может быть. Где вот реально есть такой аромат прям от семечки. То есть здесь вот... Нет, вообще, вот вообще... Понюхайте. Абсолютно другое. Не то, что вот изначально было. Все меняется. Так, блин, вообще кошмар просто. Все, сажем. Так. Вон дырочку сок попалось. Контейнер.
Они забыли руки побрызгать. Руки забыли побрызгать. Ай-яй-яй-яй-яй. Сбрызгиваем мы руки вот такой вот. Где там? С водкой. Да? Давай. Чтобы не зацепить нигде инфекцию. Так. И добавляем теперь нерафинированное подсолнечное маслице. Вот. Так. Где? А вот она. Соль. Обязательно солите, потому что, блин, это просто вкусно. Вот без соли, знаете, вообще не то. Что-то, ну, такое, картошка, что-то. А вот именно когда соль еще, это прям вообще обалденно вкусное. Сегодня я хочу еще добавить свою специю с чесноком. Вернее, чеснок свой. Чуть-чуть. Нет, она до сих пор пахнет. Но мы ее с вами делали. Боже, мы ее с вами делали года... Блин, нет, я не скажу, сколько времени назад. Вы скажете, что я сумасшедшая. Чуть-чуть себе сюда. Она остренькая. Чуть-чуть себе. Давно, короче, мы ее с вами делали. Очень давно. Но, блин, она ароматно пахнет, она классная, короче. Так. А, еще салат надо было. Что мясо кистеклим? Сейчас. Сейчас, подожди. Салатик чуть-чуть. Мы ее добавили, кстати, в хлеб. Я хлеб пекла. И в хлебе прям аромат чеснока. Вот прям аромат чеснока. Причем добавила немножко совсем. Так. Сейчас теперь все надо перемешивать. И будем мы с вами... Вернее, мы будем кушать, а вы будете... Баклава, мам, рисун. Баклава, мам. Димочка. Хилка, я буду кушать. Маме нужна вещь. Ну, это рилка, я так есть. Сейчас дам тебе. Я дошла эту рилку. А это голубая тебя не устраивает? Нет, это голубая. Вот, и все это перемешивается. Еще можно сверху добавить соль. Тебе нормально соль? Так, ваш комментарий пришел. И здесь тоже. Все перемешиваем с майонезом. Тут немножко, кстати, бульончик. Это я... Ой, вам не видно. Это я оставила немножко от грибов. Потому что, чтобы потом... хлебушком помакать. Вот, получается такой вот вкусный салатик. Хлебушком, да. Вот. Все. Тут еще мамины хлебушки. Это остались как-то. Яблочки. Да, Дима кушает. Вкусно? Вкусно, скажи? Скажи, ставьте лайки, лайки, лайки. Лайки, лайки. Пишите комментарии. Да? Да. И подписывайтесь на нас обязательно. Что у нас там получилось, покажем. Ну-ка. О, какая у Димы вкусняшка. Лайки, лайки, ставьте, подписывайтесь обязательно. Да? А-а-а. И комментарий. Пожелайте нам в комментариях приятного аппетита. Такой салатик получился. Здесь моя еда, томатный сок. Еще у Димы там вон. У меня еще там помидорки вон. Ням-ням. Всем пока-пока. С вами был канал Артмани. А мы кушать. Ням-ням-ням-ням. Да? Туса.